Остров Хайнань. Находится на самом юге Китая, обладает прекрасными пляжами, красивыми видами, а самое главное, что есть очень чистый и качественный отдых, друзья. Давайте разберем, что же такое Хайнань по всем его локациям. Итак, остров Хайнань находится на юге Китая, и самая его южная точка называется Санья. Санья — это как у нас в России Сочи, то есть определенная часть территории, которая делится на Санья, Санья-бэй, непосредственно сам город, где все отдыхают, Дадунхай, далее Яломбэй, Хохай-бухта и бухта большая Хайтэмбэй, в которой располагаются различные отели и очень много мест для прекрасного и качественного отдыха. Итак, мы с вами сейчас пройдемся по всем этим локациям и посмотрим, что же здесь есть. Итак, мы прилетаем в аэропорт Санья, Феникс, да, и отсюда уже едем и попадаем, соответственно, в Санья-бэй. Это большое длинное побережье, составляет более 20 километров. Здесь есть много отелей, прекрасные виды и, конечно же, отличные пляжи. Есть некоторые нюансы, но давайте двигаемся дальше. Дальше у нас идет парк Олимп повернул голову. Здесь же у нас будет бухточка Сяо-Дунхай. И, соответственно, за ней как раз открывается вот весь вид на Санья-бэй. И также можно полюбоваться на этой горе парк Олимп повернул голову различными видами. И мы попадаем в бухту Дадунхай. Она в большей степени для иностранных туристов. Здесь небольшая береговая линия. Можно хорошо и качественно отдыхать. Много различных отелей. И также много инфраструктуры. Далее мы двигаемся в бухту с вами Ялонгбэй. Это большая протяженная бухта, более 2 километров в длину. Здесь белоснежные пляжи, очень много отелей на первой линии с большими зелеными территориями, а также с прекрасным синим морем. Здесь также есть небольшая бухта, называется Санни Бэй. Здесь стоит отель Хаят, Хаят Ялонгбэй, Санни Бэй с пляжем приставочка. Это, можно сказать, свой собственный пляж у них, потому что находится в сторонке. Хотя на Хайнане все пляжи, в общем-то, и общие. Итак, двигаемся дальше. Здесь у нас перед бухтой Хайтэмбэй есть бухта Хохай. Это серферская такая, скажем, деревня. То есть очень много сюда приезжает местных жителей, да, кто живет иностранцев. Для туристов иностранных она не очень развита, но здесь есть очень интересные, классные, атмосферные, конечно же, места. Здесь более такое спокойное море, но тем не менее больше подходит для серфинга. Дальше мы двигаемся на остров. На этот остров приезжают как с бухты Ялонгбэй, так и приезжают с бухты Хайтэмбэй. Здесь прекрасные пляжи и, конечно же, здесь есть дайвинг. Сюда привозят много туристов, они отдыхают и возвращаются. В основном дневные поездки. Далее у нас бухта Хайтэмбэй, которой расположено очень много больших классных отелей, типа Атлантисов, Софителей, Шератон, Мангров Лес, Хаят и так далее. Здесь отличное побережье, но пляж не купальный, к сожалению. Ну и, собственно, двигаемся в Санья-бэй обратно. У нас здесь тоже есть, помимо дальнейшего вот этого большого побережья, много различных интересных локаций. Например, парк Край Света. Сюда тоже есть экскурсии, различные программы. Сюда приезжают для того, чтобы полюбоваться разными местами. Конечно, больше это место интересно для китайцев, да. У них есть свои здесь легенды. Но, тем не менее, и для нас будет интересно. Еще одна точка притяжения – это Няньшань. Это буддийский храм и статуя Гуалин, которая охраняет остров от всех ветров, нашествий, цунами и тайфунов. И как только ее построили, остров стали обходить стороной все тайфуны. Приглашаю вас на бронирование в Георгиев Travel. Мы все знаем о Хайнане и, конечно же, все забронировано.